больше ярости. Добрый вечер. Что там, сколько еще до фула у нас? А, фул, что, заходить уже? Привет, Сэм. Сейчас это быстро драконьего надел. Ой, блин, улетаю. Пока. А мне хочется с темных осколков леги лутать, а мне одна хуйня падает. Да, мы вас слышим. Слышим. Раз, убивайте вилюжных, вторым стать. Да он, наверное, синий ходит. О, мы с турбойсом на замене, да? Да ладно, пускай пацаны ходят, учатся, одеваются, нам... Захожу. Вы там тройните, если не убьете, поменяете вон, нас на кого-нибудь. Точнее, кого-нибудь там. У нас наконец-то в рейде Хант появился. Прояви уважение. Мне голова на холле приставлена пригодилась на самом деле, но ее бычи скорее всего заберет. ППРу или ты, потому что ты выше. А, у него сейчас шаман мейн, да? Войт, ты холлу будешь? Ты пятую забирать. Ну тогда давай меня на вайшу рейд. Давай. Сейчас еще Ромка будет спрашивать, сколько, блядь, стоит рефрак.
Почему? А я не знаю, вот они такие наивные, они думают, сейчас они ливнут с гильдии, пойдут куда-нибудь. Ну давайте, у вас либо два варианта. Также ливнуть и сидеть на замене, либо, короче, в нарде, либо сделать рефракт и, короче, попасть в какую-нибудь говногильдию, которая 25-ку не закрывает обычку. Ты все сказал. Я вообще-то написал, что могу уступить место. Так что не иди, Да, сейчас собираю, я переключился на секундочку. Ромка, не Ром... тебя базарит. Ромка, любимый мой родной, вот полистай повыше и почитай. Якутия пишет, Ютя, Утя. Вот и ты поймешь, о чем я говорю. А, понял, сейчас полистаю. На трае все молчать будут, наверное. Суманите, пожалуйста. Вот не нравится я там и тем, что тут немножко переделан. Почему сразу? За что? Вот и все. Точно в муте. Вообще. Слабые. У меня никого. У меня никого нету. Так, ладно, вы пока что. Здесь трэшем. Ну, микстурку, походу, быстро чиним. А где пич? Ребят, у кого выход звука стоит? Я. Голос какой-то стоит. Сумка, да? Да. Хьюстон, Хьюстон, прием. Включил наушники? Здесь, в запределье. Блин. Чего надо, мне денег, видать? Так, нафиг он тебе нужен? Там мне надо чуть-чуть травы побомжевать у него, думал. Какую хочешь? Да. Это дома, а у тебя плод есть? На цвета, ну ладно уже. Мне надо был лотос, но лотос я уже купил. Сейчас кошмарника докуплю. Сука, 54 штуки. Это как, я не знаю, как ножом по сердцу. Это начальник, скидай, короче, МК на Сомера, а Сомер на меня. Сомер, слышишь меня? Слышу, слышу. Ну чё, у нас хант не будет водить? Хант а, будет да, прогибал, МК мне кинь заебал. Не купи. По ебалу вижу, МК не вижу. Все, заебись. Да соберите вы их всех, а ОЕ зальем и все. Какой дон, кроме Омника, показывает, когда на полах фирками? Tell me when? Почему у меня не показывает он? Потому что настроил неправильно. Настраивать. Сука, сейчас собью, сколько ползучего кошмарника купил, вам пиздеть будет. Штука, да. 87 голда. Так, в смысле, что ты именно хочешь настроить? Что ты там базаришь, царь?
Ой, братан, у тебя на хосту есть приподтики? Да штуки 4 было, бро. Не больно. Мне надо зайти, сейчас зайду на этого. У меня же другой перс делает. Поперекидываю сейчас. И мне пока на этот пул штуки 4, а то заканчиваются. Сейчас, подожди, мне сейчас... Показывает КД Талмивен именно там, где вот этот шоу-таймер, кнопочка. Правильно я понимаю? Да, да. Да, только почему-то она не работает. Аддон скачать, Омни... Ну, я тебе потом помогу настроить, только давай, не сейчас. Омни CC, скачай Аддон. Да, у меня лагает с Омником. Есть, у меня, есть, когда такой, Омник есть ставишь... Такой, есть такой аддон, Doom Cooldown Plus, короче, показывает, ну, всплывает спел, который... Что ты там надумал? Нет, мне просто нужны циферки и все. Чтобы видно было, сколько Ignite висит и... Короче, ты понял. Почему-то он его не показывает. Надо отображался, чтоб... Плюс, это опять же, есть обилки, есть там КДшные штуки. Я тебе говорю, в Tommy Wayne стоит точечка функции шоу-таймер, но... Давай, нету давай. Циферок. Она показывает только с Omni SS, больше она не показывает. А тебе показывает, что висит? О, сам дебаф, да. Но он четко отображен. Шоу-таймер. Ну, не знаю тогда. Не, раньше, типа, он показывал, а сейчас что-то нихуя. Не знаю. Че, папатик, то где? Ого-ло. Че, покурить успею, не? Плойд. То шо? Ну, я сейчас обычай голов наберу тут. Кошмарненько. Курива, раздавак, откуда у тебя череп? Блин, больше сотки кошмарника набрал. Надо было мне, но... Поди на халяву! Где? Сейчас буду. Бычью голову там проспонсировал нормальная.
Да-да-да, сейчас зайду. Я поколол. Говорящий хант, ничего себе. Вы где там? Вы все Джурада. Царёчек, смотри, если кританет на 12 пост, меня 3 штуки тебе слету. Окей. Так локов может в разные пати, чтобы это они под разные порталы, ну под разные эти поставили порталы. Для чего? Сомер, обновим-ка, пожалуйста. А у нас был такой лок, Аспер. Он чё, ливнул, да? А, да, давно. Прикольно. Т5 взял и пока пацаны. Хорош. А, Аспер? Аспер, не знаю, он давно не играл. Пидор грязный. Это я в гильде, просто не вижу. Да уйти от вас хотел. Ну, значит, ливнул. Был как-то. Смотрите, да,
вот стоит. Вот, минуту можно. Смотри, я так понял, группы стоят разные. Тогда мы в свибе должны быть в разных, да, группах, чтобы было проще переносить эту маму. Ты поставь около ближе к печеньке, я поставлю под звездочку и все. Угу. Да. Скажи про стойки, что их дважды не надо активировать, только один раз. Когда ее активируешь, пропадает когда луч. Вот развешивая метки на последних людей в пати, а тут пораскидывал их в пати опять с метками другими. А у Зойла нету метки, потому что на ромбик на Маликейте, и, блядь, у меня чувак уже спрашивает, кто в третьем.
Хаджира статусе. Да поставь этих варов, там, потому что два выйдут, чтобы кливом заливали. Вон мастерала, лучейпера и Альфред. Мастер говорит, у него синий экран вылетел. Да он в Дисе написал. Главное, пусть по тебе Малик кидает фридом, когда перед вторым гвардейцем, то на тебе будет замедление и будет жопа. А Джованни тут? Надеюсь, ты его не в Дискорде, а вообще удалил, блядь, с планеты Земля, ну. Вот и все, ёпта. Птичка, спой что-нибудь. Надо удалять сразу, я вообще не знал, что это за чат такой. Кто-то куда-то написывает, я вообще чат смотрю, нету, думаю, что за хрень. Потом только понял, что какой-то отдельный чатик есть. Секретничайте. А я уже гружусь, вижу. Надеюсь, больше не вылетит. Да? По 600 вообще локовская отдается, что за беспредел? Вот раньше было лучше. Да, раньше молоко стоило 3 копейки, да, ребята? Раньше были времена, а теперь мгновенье. Раньше хер стоял как столб, а теперь давление. Ладно, давайте я поубивать ее и там куда хотели дальше. Кто о чем о таре хере, блин? Мысли. Сдум, с тебя это проклятие стихии по Вайше. У меня только одна претензия к Вайду, если он планирует дальше в рейды вводить. Чтобы не было превышения должностных полномочий. Все. Если нормально будет, то я только за, что будет вводил. Ледум, проклятие стихий по боссу и по длинному ты кидаешь, окей? Сейчас, моя просто волосы сушила. По боссу я услышал, а по кому еще, блядь, так и не понял. Все, теперь слышишь нормально. Ты тупой, что ли? Да, блядь, у меня волосы, девчонка засыла, нихуя не знаю, такой бжжж, и да такой, боже. Да выгони ее нахуй с квартиры, блядь. Сука.
Ну, лучше сразу разглядитесь по своим батям. Серьезно, так удобнее будет, а чтобы не в одной куче. Ты меня ебанул в треугольник? А чё, я на большом стою? Пиздец. Лен, эти тотемы лучше в центр поставь пока. Ты бы по каждому покинул. А, у нас есть мало шипа, нихуя. На многих еды нет, Войд. Пусть поставят рыбку. Сейчас так попробуем, но мне кажется, лучше 4 ДДшника определенных на страйдеров поставить, потому что если все будут свичиться, будем проебывать и зеленых. Да просто его обдотать, он там уходит и помирает. Он, ты не успеешь 200 снять, просто обдота, поверь. Там все, что движется, надо убивать все. Будем так делать, ладно, масштаб. Здорово, повис. Там. Я сходить. Задай ПС. Так только в одного танка, да и все. Ты видишь, в чем проблема? Она отходит, ты в корнях, и все, агрос слетает. Просто милики не двигаются, и так вот там есть открыто. Тактика Алиса. Ну таунт КД, алё. Или они ретаунт жмут, я не знаю. Всё, падайте, отходите. Она не таунт. Да, я туда буду. Просто встаньте в одной куче, на ком дебаф, пускай подойдет и убьет всех. Она невосприимчивая к таунту стала. Да не бейте босса. Не бейте босса, сейчас переведете, будет доль. Сейчас всех положу. Ух, мне тут честь прилетела, вообще ужас. Не бейте босса. Не бейте его, просто встаньте в одной куче. Ленка, Лен. Да, 70. Да, 70. Сейчас переведут. Будут стоять полчаса. Что они все умерли? Забагалось. Всех с одной тычкой ложишь. Нет, меня убили. Да бычий вон стоит, не двигается. Раздавай. Да он окрутал, потому что. Подойдут, да. Диван. Диван сними, она просто ленивая, видишь, ей идти. Сними диван просто. Просто ленивая, не может подойти и убить. Ну, ход дела. Все равно она стоит. Сними диван. О. У Моса камень был. Спешка и бьет горячку, как говорится.
Вот я не знаю, она вроде агрится, когда мы с Ресью за эти, нахуй, я под босс. Давайте, вставайте первые. Вон, я вижу, то ли же там какой-то, а? Вот, ну ты ж сам понимаешь, Т5. Нахера ты сел на рыбу, ты дурак? У них Т5. Как ни крути, агро ЛПшками не набьешь. Какой у тебя на пул оф войд был? Сколько хантов и рогов рейдер? Ну вот. Вот тебе свет. Смотри, теперь почему я говорю просто ретаунтиш. Милики в корнях стоят, не надо ждать корни. Она к тебе подбежала, милики дальше со спины бьют. Вот если бьёшь, умоляю, я понял, сумма не... Меня выкинуло. Зол, братишка, рад видеть, слышать. Взаимно. Слышь, чё? Дюра, эта халка дает мне 60 АП. Плюс, больше рыб. Мастер, у тебя на твине химия есть? Нет, у меня химии. Ну, мглистых у меня точно. Да вроде, да. Тут пристанет, а так пофигу. Ну, варм сила тоже больше. А у нас кулака нет, у нас варнаптер? Нет. На хп еще включите, пожалуйста. Не забывайте. СС и вешать, не? Повесь на хила какого-нибудь, если вдруг опять пойдем. Ну, чтобы он... Сакрас написал 1 минута. Что тут? Сука, Элфуи наебывается. Он быстро, секунда, щит. Я на Ай... На Айну Дада дам. Моссов же быстро. Далеко. Ладно, на второй разберемся, переспрошу, если что. У кого-то КД будет. Вот стакер раскол, идет. Станы есть.
щадите никого! После гвардейца сразу зеленый выходит, озвучивайте зеленым. Зеленый твинда. Зеленый. Кидайте в крест на транс. Что, блин? Прайдер. По мне. Крест кидайте. Ну что он на бычьих бежал, для чего перевал. Блин, лут поставь каждый для тебя. Лут, лут, лут. Посрали. Страйд. Давайте скоро. Опять везде. И гвардеец, и страйдер, я упал. Я же говорю, по тебе надо, чтобы фридом давал нормально. Фридом по тебе не дает, ты замедленный, и все. Ты гвардейца никак не заберешь. А нормально. Можно поставить в трусы холипала? И будет попроще. На воде должен сидеть холипал. Он еще будет микстурки также доставать, в большинстве случаев. Да, по мне не надо там доставать на этой фазе. Я забирал гвардейца, и ко мне подошел этот странник, все. Зеленые. Там, походу, он пошел на микстурку по одной простой причине, что напулили как раз. Фух, я же испугался. А что это за большая такая саранча? Вот ее лупить надо, о, короче. Если она близко к тебе, к твоей трубе, а, то ее надо лупить. Микстурыч, ну ты все равно не сдох. Слишком близко подошел к страйдеру. Пошел возле странника гвардеец на хилов. Войд был далеко. Я выбрал гвардейца в цель, нажать таунт, и подошел в это время ко мне странник. Еще вопросы? Ну, я тебе просто говорю, что ты должен следить, то чтобы это... Ну, за двумя мобами я не уследил сейчас. Я тебе даже больше скажу, ты сдох не от того, что в тебя прилетел удар от странника, а от того, что тебя Вайши ёбнул на 7300. Ну да, в принципе, финальный. Странник он не добивает, но он не убивает танка с одной шоти. Ну, с одной он тебя не шотит. Не знаю, о чём говорить. Викторку сейчас это влез. Тебя, говорит, добила Вайша. Ну, так и есть. Ну, я да. Там на шибе субзира стою ресете, а? За 0,45 секунды его добила Вайша, когда ему пролетело от странника. Я от странника влетела два раза, нахуй, за 3 секунды. За 3 секунды его хильнули ровно на 6 хана. Больше не.
Чё ж вы, сука, тела покидаете? Ты просто анонси перед тем, как вылазит гвардеец, пусть по тебе фридом кидает, и все. И больше такого не будет. Я же говорю, фридом по тебе не кидается, и все, гвардеец уходит в рейд, как ни крути. Там трупы поднимите, где звезда и круг, пожалуйста. И когда этот большой вылазит, ребят, микстурка его вводит по кругу. Не надо, блин, со звезды бежать в трусы, потому что вы проебываете мобов, которые там с лестницы поднимают. Один ТД не будет, ну, не сможет залить его. Плюс если зеленый появится, там появится, вы не успеете его залить. Чем быстрее мы эту фазу пройдем с этими мобами, тем лучше. Третья фаза вообще изи. Рыбку поставьте, пожалуйста. А чё приплоты не раздаются, я не пойму, шо? Босс... Зачем приплоты? Да, он лёгкий. Всё. Босс лёгкий. Главное вторую фазу пройти и всё. А, я уточнить. Это из зелёного моба, да, который выходит, да. С него надо что-то поднять? Да, магма. Её надо... Ее надо бросить к человеку, который ближе к генератору, вот, который около Вайши в круге. И так передает. Согласен, если вы долбоёб и не можете отложить первую ячейку, то юзайте макрос. Стумер, обнови МК, пожалуйста. Сейчас, секунду, ребят. Все, я готов. Секунду, я не готов. И ты что, не готов? Можно покруче. Все, теперь я готов. Нате вам огурцы с горятки свеженькие. Да, я вижу. Ням-ням-ням. Я забыл, что у нас один пол. Заебись, мне огурцы в сумку не падают, нормально. Ага, потом один слот освободил в первой сумке, взял огурец и кидаешься огурцом, да, не мама это. Ты думаешь, это настолько кончено? А потом уваешь в рот, да? Давай отчет, я уже три не стакать начал. Ой, блядь, маликет конченый, ёб твою, а. Ооо. Долгоногий стихию дал. Поехали.
Кто там водил? Там просто вар один чарт сделал и в тексты упал. Классно. Вылезай из текстов как-нибудь, я не знаю. Мешать как там. Ты упал тогда. Вылез, нет? Кажется, надо, наверное, падать. Зачем? А она, как скажешь, Кэп. Да хоть фазы получить. Парк, типа, лестнице подойди, там мобы, когда будут, чарнишь. Начальник. Отходи или что там, ну тебе какая-то штучка. Пятая. Спасибо, Зай. Ой, блин. Сейчас перевнюю картинку. А он сейчас умрет, по идее его должны на платформе, если повезет. Скоро зеленый, который... Готовьте зеленый, да, озвучь. Где по идее печенька. Райдер где? Страйдер трусы. Макбук. Так, это спит. Кто разве? Все нормально. Зеленый, плюется зеленый звезды. Печенька, звезда. Исчез. Странник там. Сейчас странник. Угу, увидел. Луна. Малек, смотри, просто. Ну, текстура, все, отходим. Гвардей. Скорый зеленый, готовимся, озвучивайте нахуй сразу. Зеленый, луна. Трусы треугольный, зеленый. Саджира, кидай казум. Ну, Напуливай. Дал маль. Не могу за этой. Готовимся скоро. Петь вышел. Ой. Четвертый. Забирай. Звезда, звезда. Следующий гвардеец готов.
Скоро за... Текстурка таунт, нет, нечем прожиматься. Просто убило. Звезда! Звезда! Нет, вставал БР дойти. Блин, а мой... Где весь рейд? В луне. В луне. Тут страйдер. Дай гим на ману, классно. Окей. Скоро зеленый, готовимся быстрее. Звезда. Бумаг, сука. Блядь, КД было все. Давай, царь. Говори. Ты опять проебали? Страйдер луна. Что? Нужно речки еще твои. Гвардеец, скоро зеленый. Вторая упал. На кого СС? Что там? Или пока? Третий упал. Да все, блядь, я не успеваю. Они агро рвут тупо и все. А где весь рейд нахуй? Где что ни одного зеленого, блядь, только одного зеленого убили с пятерок, блядь. Три, это уже бред. РДДшники не успеют. Куда войт хуярить? Кому? Мы бьем странника, вылез четвертый странник. 45 секунд. Вы активировали только одну платформу, алло. Давайте дальше будем что-то траить. Трое лягло. Ладно, чё. Что траить? Только спокойствие, хорош. Потому ладно, что их странник занимает. Как лягли? Я не успеваю танк нажимать 40 раз. Я кого тупо по КД жму, с меня просто перетаунтируют постоянно. Блять, блин, почти убежал. Не знаю, они падают. Нет, отбегала, но не успела. Ребят, не надо этого странника прямо жестко лупить. Присмоньте меня, пожалуйста. Нет, ДД должны бить только страйдера и все. Зеленых, эти синих милики зальют, а зеленых потом все эти просто делаем этот, вяжем с него и убиваем. Да просто не надо всем РДД со своих меток убегать в другой конец и бить. Я не знаю, нахуя вы убегаете, нахуя вы, блядь, поставили всех РДДшников на ебаного страйда? Если они, сука, даже не умеют дамажить. Не знаю, если я бью этих писюнцов, которые поднимаются. А что, все должны бить вот этого громадяна? Да, да, да. Ой. Если он рядом... Если он рядом, ты его бьешь. Если он далеко, не надо туда бежать. Но я не бежу, потому что он далеко. Потому что, когда выходит зеленый, я это уже говорил, все бегут бить страйдера. И вместо того, чтобы убить зеленого, люди отвлекаются на страйдера. Поэтому 4 РДДшника топовых поставить на страйдера, заливать его, это самый оптимальный вариант. Ну да. Я вижу, а Виби, ну, Виби еще есть. Виби, да, тоже есть. Пишут, царь 3 ляма, Казум 1 и 2. Белинка. У меня нет. Не знаю. Пошлите. Я сейчас так. Окей. Виби еще просто. Да, там
из Шансунга можно. Ну и да Сомер. Потому что я после первой фазы вылетел. И нет друг. Это Монти? Шкаф. Серг. Сомера поставь. Вот, тогда на вторую метку, на печеньку, поменяй с кем-нибудь, либо Зидума, либо меня. Ну, чтоб там был хоть один. Зелёный, что-то левая. Угу. Да. Давай я поставлю, мне на зелёный нормальная вроде реакция есть, я лучше буду этих сморчков заливать. Смотри сам. А что ты хочешь? Ну, меня куда надо? Ну, либо с Зидума, либо Виби со второй пати с кем-нибудь поменять из РДД в другую пати. Потому что если... Какая тебе метка нужна? Да пофигу, Ромбик ну... Пойдет? Где там царь? Царь у нас в ромбике, да? Давай. Да ты успокойся, какая разница? Мы с тобой страйдера бьем. Какая разница, где мы так с тобой... Так у нас на точке остается 3 человека. Один хил, РДД и один ДД. Да. Виби, вот кому-кому, а нам с тобой вообще по хилу на этой фазе париться вообще не надо. Да я не по хилу. Я дота. Секунду нахуй, закрыли ебальник. Хант играет гвардейцев. Играй в страйдера. У тебя лям 500 по гвардейцам. Он напуливает. Он напуливает лям 500? А все, а ничего, чтобы страйдера, блядь, напулить у вас роги, нахуй, напуливает на Вайда. Зелеными не ебитесь, это самое главное. А пацаны потерялись просто, не пойму, что происходит. А нас не будет делать, придут нахуй. Остальные, блядь, только тогда начнем убивать нахуй. Я вижу, блядь, тут никто не хуя не знает. Я тут. Покажу. Ну он маленький, то иди от босса. Да. Да. Yeah.
скидывает. Надо музыку отключать 5 кадров в секунду, это просто пизд. Я все слышу. Да помню этого большого длинноногого пиздюка, да. Ой, ты мой ТП я сейчас видел. Ладно, разбился. Я на мулекетке. Я дам, уже. Я дам на мод. Против. Шо? Вроде есть. Казум, раскол, дай. Мастер, стопните, я встану. Угу. Опять встанет. Ретаунти его просто дрейфсил. Я заберу. Какая тайминговая ПС-ка, Инудзад, спасибо. Лучше просто. Сначала будет гвардейец, потом после гвардейца. Сразу зеленый. Его сразу озвучивает. Готовимся, скоро зеленый. Уже гвардейец будет через 5 секунд. По местам стали ордедачники. Зеленый трус. Зеленый луна. Трусы. Бейте. Странно, странно. Нахуй туда бежать. Казум. Странно. Вижу луна, осторожно. На текстурах. Ты скорый дроны, гвардейч. Забили. Гвардейч. Я. Ромбик. Зеленый ромбик. Ромбик, быстрее зеленый. Он отвернулся, когда ты ахнул, хороший. Ну чё? Треугольник. Класс. Следующий станет где? Сейчас будет. Вижу, все увидел. Гвардеец второй будет. Сейчас будет зеленый, озвучу. Зеленые также в ромбике переключились. Тут странник, осторожно. Зеленого видите внизу. Кинь крест, раздавак, возьми кинь крест. Кинул. Лучше персичный. Видео. Бля, маленький, ты тайги эфир словишь. Слови. Гвардей встретил. Сейчас зеленый. Кто магму с зеленого подобрал тут? Я! И меня убило! Меня убило, не прокилили. Зеленый на зеленом 5 страйдеров. Бичи, осторожно. Зеленый в трусах. Виби дохлый, страйдера будем не будем сюда открывать.
зеленая метка. Кидай в луну. Думпл. Так, понял, сейчас портану здесь. Все, кого минус, кинуть? Минус вот. Я уже. Напуливай, кидаю. Хант, давай, активируй. Хант. Получилось, не? Ну, хоть так, так это шляпа происходит. Не смешно тебе. Да поможить! Блять. Там кого-то на замену надо кидать и брать урок. Да, по-любому. Так мы балуемся все. Хуйней страдаем. Ты иду на минутку. Пуливо, это чё, хан... Пета не призвал или чё? Меня не стал, никто. Просто смотрю, у него эта атака, бля, 720, а верный выстрел весь игрок.